Да, из таких все я поняла. Я выгнала. Да, конечно, есть. Слушайте, ну вот эти истории с кидалом бабок, на самом деле, у всех очень такие, как бы, интересные. Ир, спасибо. Да вот Ксюша же сидит, тоже говорит, что на работе нормально все. О, Паша, хочется стать ведущей. Я вообще-то, в принципе, там числюсь как ведущая, нет? Ир, это что за подарок такой? Богач! Нет у меня никого, сейчас мы разберемся. О, это что? Я что-то достигла. Я так удивляюсь, наверное. Это что? Ир, спасибо большое. Башка болит, пиздец. Походу давление. Настюха, а нет тут аппарата для давления? Дай мне, пожалуйста, померить. А где у тебя лежит? Нет, ты мне скажи, где я найду. Сейчас я возьму, будем давление померить. У меня просто с носа кровь сегодня шла, пиздец, сейчас. У тебя электроны? Я вот завтра буду голову мыть, потому что мне завтра выступать и играть, поэтому я завтра буду почище. Или соседка и спать. А как вы вычисляете, где я? А там видно, да, типа геолокацию? Наверное, видно? Сейчас посмотрю. Мне кажется, у меня давление повышено. Ребят, я в красе в салоне много лет, то есть я не знаю. Да, в настройках. Ты можешь закрыть ее. О, сейчас давление померю. Конечно, у меня давление, у меня 112-81, у меня пульс 101. Я умираю, что ли? Сейчас еще раз примеряю. Это не норм, сердце не должно так ебашить. Пульс 100 больше. Вера, спасибо.